Рад всех приветствовать у себя на канале. И в этом видео я расскажу об одном случае, то есть о диалоге со своим подписчиком. То есть довелось мне как-то вести разговор с подписчиком. Я весь разговор говорить не буду, потому что да и смысла нету. И неинтересно, саму суть, чисто выжимка. И такая фраза прозвучала. Да, если вдруг в какой-то там ситуации будут какие-то финансовые проблемы, то типа на себя пофигу. А вот главное, чтобы собаке было что есть. И, друзья, вот те, кто так же думает, то это неверное решение и совершенно неправильные мысли по поводу отношений собака и человек. И сейчас объясню почему. На своем примере. Смотри, если у меня хорошее настроение, то у собаки оно тоже будет хорошее. Как правило, неважно, сытая она, не сытая, выгулена, нет, она даже будет хотеть в туалет и все равно будет радоваться. Если же у меня плохое настроение, то у собаки, неважно, выгулена она, не выгулена, у нее тоже будет плохое настроение. И, допустим, это не собака тебя кормит, а ты собаку. И это тебе нужны там в первую очередь силы, энергия, чтобы двигаться вперед, как бы добывать ресурсы, а не собаки. Для меня собака это в первую очередь какой-то помощник, какие-то там функции она должна нести, потому что всегда собака считалась как бы друг человека, и всегда она помогала там на охоте, дом охраняла, то есть в конце концов, собака, если это какая-то маленькая, она должна радость приносить. То есть, объясню проще. Я встаю в 5 утра не для того, чтобы типа, ой, мне надо срочно выгулить собаку. Нет, я встаю в 5 утра для того, потому что я хочу пойти прогуляться по лесу, подышать свежим воздухом. То есть, я не бегу куда-то в 5 утра, чтобы, ой, мне надо выгулить собаку обязательно. Нет. То есть, собаку в идеале нужно заводить под какие-то нужды. Это собака рассчитана для человека, а не человек для собаки. То есть мы собаку заводим для того, чтобы радовать себя. Мы ее не заводим для того, чтобы ее просто хотелки какие-то обслуживать, что ей там надо вот туда-то идти выгуливать. Нет. На этом, друзья, буду заканчивать, потому что погодка радует. Даже я укутался весь, перчатки одел, но на улице ветра нету. Поэтому, наверное, можно даже их сейчас снять. Конечно, капюшон я не буду снимать, потому что это все, знаете, так обманчиво. А вот перчаточки, наверное, да, сниму. Пошли гулять, все.